городке Альберабелла. Вот такая вот здесь город Трулла. Я это называю деревню гномиков. Очень смешно, вот такие вот домики, потрясающие. Там вот ресторан Трулла, а вот здесь вот Трулла музей. Сейчас мы сюда пойдем. А вот здесь вот такая вот Иисусик Трулла. А это вот уже другой городок. Это город Матера. Такие вот. Мы в городе Матера. Вот такой вот здесь старый город. Вообще очень впечатляет. А это вот мы гуляем все еще по Матере. Сейчас пойдем в одну из церквей Ренессанса. Все еще гуляем по районам Сасси в Матере. Честно говоря, красота необычайная, и я еще такого никогда не видела. Очень впечатляет. Расстояние километр 200 состоит из таких пролетов вверх и вниз. А вот так вот это выглядит. Эта система фуникулеров выглядит с улицы, снаружи. Целый район там, многоэтажный дом. Такой вот. Практически внутри кита были. Очень круто. Мы в городе Пиза. А вот знаменитая пизанская башня. Я и пизанская башня. Кафедральный собор в Пизе. Красавица пизанская башня. Наверх башни, мне кажется, подниматься сегодня не будем, потому что надо ждать в течение 2 часов. У нас уже Флоренция, поэтому мы сейчас зайдем в Дуомо, собор кафедральный. А это вот внутри собора в городе Пиза. Здесь нереальный потолок. Вот такой вот.
che non si mira adesso. Ламборгини. Это портрет создателя марки Ламборгини, Ферруччо Ламборгини. И совершенно потрясающий музей, который находится недалеко от Болони, и в котором мы только что послушали очень интересную часовую экскурсию. Для меня стало открытием, что Ламборгини начал производство не машин, а тракторов. Это вот желтенький, это Ламборгини делал. И лодки он тоже делал гоночные. Еще раз красавица Ламборгини Диабло. И еще один музей Ламборгини. Здесь уже представлены современные машинки.
И второй этаж. Музея. Много-много роскошных машин. Знаменитые двигатели Lamborghini. Передвигаемся мы вот так вот. Так вот проходит наша поездка. Это отдых на привале.